чувствуется, да, что ветерок гуляет по арене. Может быть, это и хорошо для тех, кто будет играть вот здесь внутри ее, в ее недрах, потому что сегодня, наверное, будут комфортные условия для этой игры. «Динамо» Махачкалинская сегодня принимает «Волгу». И, с одной стороны, наверное, для «Волги» уже все ясно в этом чемпионате. Команда отправляется обратно во вторую лигу, там, где еще находилась год назад, начало нулевых годов. И это ощущалось и не только в первой лиге, но еще и в высшем дивизионе. Давайте смотреть составы команд прямо сейчас. Давайте оглашу. Дмитрий Терновский в воротах Махачкалы. 12 номер. Опять свободных зон немного. Вот здесь между линией передачи очень трудно обнаружить. Удар по воротам. И гол забивает «Волга». Вот так вот, чуть ли не первым ударом в створ, Илья Кубышкин, у которого есть в арсенале этот удар. Плотный, поставленный. Рискну пробить. Вот здесь плотности не хватило, пожалуй, да, когда мяч справа налево передвигался. Классный удар, пластирующий удар. Вот еще раз. И передача своевременная. Махмутов на свой счет записывает голевую. Ну и вот еще раз. Готовился. С опозданием на него выдвинулись игроки Махачкалы. И поднос мяча к линии атаки. Пенальти тут, скорее всего, может быть. Но судья пока молчит. Черемных тоже ведь не сразу свистнул. Вот он показывает желтую скорее за симуляцию. Но интересно, каким будет повтор. Вот судья уже выговаривает махачкалинцы. По-моему, это был Юсупов, дескать, напрямую ногой шел на соперника. Это был шлагбаум. Этих запланировано 4 часов дня. Будет подача или удар. Ого! Кажется, была штанга. Не очень хорошо было видно сейчас мне. Да, здесь штанги не было. Здесь отыграл этот мяч Климович, но все равно сложно. Передача в штрафную. Удар! Перекладина теперь точно была. И Климович, даже лежа на линии, все равно достает до мяча и во второй раз. Еще удар, дальний угол. Как повезло сейчас «Волге». Касаться мяча. Вот. Как здорово получилось. Нардин бил. Но отчасти это возвращение еще и к истокам. Да, вот здесь Нардин сохранил мяч и на Красильниченко отдал с его-то левой. Подача. Хорошая атака. Можно еще и пробить. Ух. Как опасно в итоге Юсупов удар наносил. Хорошо пробил. Такой крутящийся удар, летевший в створ ворот Климовича. Того же Глушкова, например, последние минуты. Но больше даже Баженова, да? Вот удар, какой момент! Перекладина! Это было очень опасно, это было максимально близко к голу. Таких шансов не было по ходу второго тайма у «Волги». Дмитрий Рахманов, который появился вскоре после перерыва. Еще один перехват и потери Махачкалы. Удар, дальний угол. Похоже, не правда ли, гол на то, что мы увидели в первом тайме. Но вот так раскрываясь, Махачкала действительно играла с огнем. Расчетливый удар Морозова. Расчетливый, что ты скажешь. Ну и, пожалуйста, ударное исполнение. Тем более, что пространство, кстати, было даже больше, чем в случае с Кубышкиным, когда тот забивал первый гол. Но, естественно, уже у Махачкалы нет плотности в действиях защиты. Абсолютно. Все пошли забивать. Такой легкий состав именно в атаку. Еще один перевод. И в падение через себя. И здесь Климович просто браво. Классный удар. И как здорово. На одно движение расчистил пространство. Второе. Пробил в падение через себя ножницами. Но вот сегодня, к сожалению, для Махачкалы совсем неубедительная была атака. Хотя пробовали разные варианты. Но все впустую. 2-0. Победа «Волги». Вот так напоследок, на концовку сезона,